очередной раз вышел в поддержку Марии Помаренко, так как считаю, что она незаконно была осуждена. Все незаконно. Вчера пришло письмо мне. Ну, она сейчас в ВВС. Она писала, как что вы там Шипунова очень там было, конечно, это. И я думаю, придет время. И мы будем судить тех, которые вот именно исполняли эти преступные приказы. Это придет время, это обязательно, по-другому просто быть не может.